Глава Приднестровского МИДа направил соболезнования спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Франко Фратини, а также послу Италии в Молдове Валерии Бьяджоте в связи с гибелью людей в Генуе. Виталий Игнатьев подчеркнул, что Приднестровье вместе с Италией, цитата, оплакивает всех тех, кто волею судьбы оказался в этот злополучный час на мосту Маранди и стал жертвой несчастного случая. Напомним, трагедия произошла во вторник утром. Обрушился автомобильный мост под итальянской Генуей. Огромные бетонные плиты упали прямо на жилые дома. По последним данным погибло 39 человек.